Главную площадь в микрорайоне «Автотек» на месяц закрыли для проезда. Сотрудники муниципального предприятия «Теплосеть» приступили к ремонтным работам. Напомним, что в прошлом году на участке тепловых сетей по улице Берзина в период отопительного сезона дважды происходил прорыв коммуникаций. По словам директора муниципального предприятия «Теплосеть», данный участок квартальный и питает около 20 домов. Опрессовку в прошлом году, когда мы проходили летом, этот участок выдержал, но, к сожалению, эксплуатация показала о том, что ее необходимо будет менять. И вот мы приступили, чтобы заранее выполнить все работы, максимально возможность, чтобы было восстановление благоустройства, вот мы производим работы. Трубы на данном участке тепловых сетей будут заменены на новые. Работы на объекте планируют закончить к 18 июня. В летних и осенних планах коммунального предприятия более 100 отдельных участков городских теплосетей. С 20 июня работники теплосети начнут опрессовывать коммуникации после отопительного сезона, в результате чего будут дополнительно выявлены недостатки, которые устранят в период ремонтных работ. Специалисты отмечают, что все мероприятия по замене старых коммуникаций выполняют за счет собственных средств предприятия.